следующий, коллеги. Готов? Все готово. Да. Ну, ощущения от Олимпиады, как оцениваете собственное выступление? Ну, для меня, конечно, первая Олимпиада. Я очень волновалась. Для меня, кажется, была ответственность, чувствовала на своих плечах, что тяжело. Были еще без тренеров, потому что они не смогли как-то с нами быть в деревне, жить. Они поддерживали нас на расстоянии, так сказать, но были, присутствовали в Лондоне. Поэтому приходилось все самой думать и, конечно, заранее так все обрабатывали. А, ну, 9-й результат, который показали, это вообще ваш результат или могли бы лучше? Ну, бег сложился так, что бежали тихо, то есть эфиопские бегуни бежали на финиш. То есть с ними бороться на финише оказалось очень тяжело, но личный результат я себе показала в забеге. Какие настроения в Олимпийской деревне, потому что Россия вначале не очень хорошо стартовала, но опять же медалей было мало, и все говорят, что все расстроены или друг с другом разговаривают. Да нет ничего. Настроение, в принципе, было хорошее. Народу очень много, поэтому редко встречались там с русскими. Так получалось. А не обидно, что не остались на закрытии, но с кем мы забили Олимпиаду? Нет, не обидно. Для меня уже было огромным событием в самом присутствии там, поэтому все отлично. Ну и легкоатлеты, они же улетали партиями, летели там не все 2 недели. Вот теперь почувствовали какую-то особенную атмосферу, что-то такое? Ну да, я уже как прилетела в аэропорт, нас встречали, то есть уже изначально там как бы я почувствовала атмосферу, то есть это все эмблемы, все Лондон, что Олимпиада. И немножко так захотела, когда приехали в деревню, естественно, когда увидела там знаменитых спортсменов, то тоже немножко заволновалась сразу. Все, спасибо. Спасибо.